Тяжело была игра дома, да. Полный дворец был, поддержали нас, хорошая поддержка была. Должны были выигрывать еще до овертайма не доводить, но так случилось. Выиграли в овертайм. Коллеги, вопросы? Свои шайбы прокомментируйте. Просто решил прочитать. Удачно поехал на пятак, меня попало, отскочил и забил. Там не с первого раза шайбу в ворота завезли. Там мелькнуло, что может не попасть. Я просто не думал, что так уедет, просто ворота. Ковш? Да. Вы, то есть, не разбирали ковш, это просто в голове сами придумали, как обыграть. То есть не было такого, что знаете, как его раскачать при выходе один на один и так далее. Не, ну мы смотрели моменты, но в каждой игре по разным ситуациям складывается. Где-то бросить надо, где-то может обыграть. Просто решил обыграть все. Так учитывая, что против вас особенно жестко играет хоккеист автомобилиста, вы сами это почувствовали? Да, это плей-офф, то есть против каждого игрока играют жестко. Здесь либо мы, либо нас. Так. В третьем периоде у вас стычка была, вы, по-моему, даже подраться были готовы. Правильно мысли в одном из эпизодов? Да, это эмоции, не больше, что не более того. Ну, все обсуждают вот этот момент Бодрова. Вообще, как вы себя чувствовали после того столкновения, когда вам локтем в голову попали? И считаете, что ну, справедливо, что все так закончилось? Ну, это уже дисциплинарный комитет будет, разобрали, то есть они решили так. Спаривать решение. А ваше самочувствие самого после того? Нормально, вышел, играл. А не пожалели, что не полежали немножко, не попросили? Могли также дать ему 5 плюс 20? Ну, лежать, то есть я не сразу не думал лежать. То есть выпрашивать что-то просто стало.